Всем здорово, всем с вами. Мы продолжаем играть на севере, смотрим там номер 3, все как всегда. И сегодня, как вы догадались по названию ролика, мы будем пробовать таксовать на самолете. Да, я знаю, что это неудобно, но посмотрим, сможем мы как-то обойти данную систему и т.д. и т.п. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, и мы начинаем. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Короче, вот тут пацаны только E34 сочные, вот E46 приехала, и вот я на Беха, E60 вообще. Так, на личном транспорте надо убрать ее, вот. Начинаем на личном транспорте, вот. Так, мы забрали, вот. А теперь можно это пахнуть? Все, пацаны, изи работа. Теперь берем панель ютубера, вот. Кукурузник. Спавним кукурузник, вот. Теперь надо найти площадку, чтобы взлететь. Вот, вот давайте расчистим. Я знаю, что многие могут написать, типа, ты уже мог доезжать до Верона Бич, это, если не ошибаюсь, автосалон Мерседеса, да, почти. Вот. Теперь взлетаем. Вот главное тут не врезаться. Теперь летим на Верона Бич, вот. Сейчас посмотрим систему. Ну, эта система более удобная для того, чтобы лететь там на дальней дистанции, типа СЛС, ВЛВ там далеко, вот. А если на ближней, то можно и на тачке доехать, если честно. Вот, пацаны, точка. Здесь мы могли сесть на самолете. Вернее, наверх, да, на самолете. Убрать все ТС. Теперь ТП-хаем просто Е60. Вот. Садимся. Все, сдаем, да? Джеки Чан, давай, вылазь. Все, 5000, изи. Теперь ждем второго человека. И сейчас посмотрим, за сколько, сколько я смогу заработать за 30 минут. Сейчас я секундомер врублю. Вот. Немножко вы сейчас увидите в скороченном варианте, сколько, ну, как я буду летать, ездить, но... А половину, а потом в конце, да, конечно, в конце скажу итоги, так что поехали. Вот, пацаны, в заказе прилетел СЛС ВСФ, мы оставляем Е60, достаем кукурузник, только вот, закрываем Е60, чтобы ее не украли. Так, блин, голосовой чат врубился, нам ВСФ надо куда? А, в аэропорт изи, так что, как раз стихия для нашего ДОДО, если я не ошибаюсь, он так называется. Сейчас посмотрим, стырили, прикол. 60, давайте ее сюда допехнем. Вот. Най. Блин. О. Что-то все не по плану пошло, пацаны. YouTube, здорово, Най, привет. Так, ну блин. Да не мешай. Итак, пацаны, прошло 30 минут, я катал, короче, на таксишке, вот, по системе приехал, посадил игрока, ну как игрока, кто заказывал такси, можно так сказать, вот, посадил, заспавнил в месте, где можно взлететь, ДОДО, самолетик этот,
и взлетел, приехал. Но прикол в том, что очень много тачек, вернее, каких тачек, точек, было в ЛС прям. В ЛС было 4 точки, я даже не спавнил самолет, потому что это долго, неудобно. Всего я отвез, как вы видите, 13 человек, получил 155 тысяч, еще не получил, давайте заберем их. Вот, завершили рабочую компанию, 155 тысяч за 13 человек, и с этих 13 человек, наверное, 7 я отвез в ЛС, считайте, друг друга, короче. А всех остальных перевез город в город. Ездил я очень много за ЛС в СФ и СФ ЛС, а ЛВ что-то 2 раза был, вот. Я скажу сразу, что это вообще не прибыльно, потому что первое, это очень долго. Давайте сейчас будем минусы тут написал себе на листочке. Первое, это места, то, что неудобно взлететь, и в ЛС 2 точки попадаются, такое. Второе, это штраф. Если вы пролетаете над штрафами, вас снимает там, судя по какой скорости, денежки. Это тоже неприятно. Третье, это игроки. Как вы видели, буквально раньше меня тупо толкали, я уже половину снимал, меня тупо толкали, тупо мешали. И привет, привет, и д.д. и т.п. И тупо не было как взлететь. Это игроки тоже мешают. Потом, да, кстати, еще надо тачку E60 прятать, потому что есть игроки, которые тырят и ездят на ней. Вот. Потом, большой, короче, риск разбиться, да, вообще. Кто не умеет летать, лучше не надо, его все равно не будет летать, потому что это ютуберу, можно так сказать, только это. И последний минус, это, считайте, время ожидания между заказами очень долго, прям капец. Какие плюсы? То, что расход топлива, конечно же, на E60 будет меньше, и вообще на любой тачке будет меньше, и покрышки не так лопаются, потому что вы будете половину маршрута, можно сказать, на самолете. Но эти плюсы просто не в жопу, пацаны, и такое, короче. Если честно, мне вообще не понравилось. Лучше я, считайте, за 30 минут заработал 155 тысяч. Может, кто-то и больше может заработать. Ну ладно, 150-170 тысяч, да? Вот. А считайте, за 30 минут. А на инкассаторах за 40 можно заработать 300 около. Вот. Потому что я маршрут инкассаторов проезжаю за 20-25 минут. Ну, не 20-25, но прям... Ну, 20-23 минуты я проезжаю полностью. Короче... всю дорогу на инкассаторе, так что это вообще не прибыльно. Также хотел я передать привет таким игрокам, как Вайфи, Версал, Пудж и Лорд с клана Элиты. Это уже, как вы видите, это я вступил в данный клан. Меня Вайфи написал в 9, не хочешь ли ты вступить в данный клан. Такой я говорю, ну давай. И он меня, я вступил, но что-то я просил Майка, чтобы он мне дал замку, мне не дает. Ну, он пока еще ничего не отписал, ну да ладно. Вот, также хотел выразить огромную благодарность игроку Алексею. Он опять мне задонатил. В прошлый раз он мне что-то 100-150 тысяч, кажется, дал. А в этот, кажется, 100. А в этот раз мне он накинул 200 тысяч, а потом 500 тысяч. То есть вместе 700 тысяч. Большое тебе спасибо. Как вы видите, на банке у меня уже сейчас 288 положим. Вот, 9 миллионов 128 тысяч. Из-за этого я пока еще не могу купить себе тачку и снимать новые серии про серию номеров, т.д. и т.п. Так что работаем, а пока будут такие вот серийки более-менее интересные. Возможно, еще на рабочей неделе выйдет 2 топа. Один топ, я вам заспойлерую, это будет связан с внедорожниками, вот такое. На этом все, пацаны. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, пишите, нравится вам данный видос или нет. Мне кажется, он был скучный, неинтересный, а может и интересный. Всем удачи, пацаны, и всем пока.